Жители Шумерли обратились в информационную службу национального телевидения Чувашии с просьбой о помощи. Аварийное здание на улице Пушкина представляет угрозу жизни и прежде всего детей. В Центр управления регионов поступило уже несколько обращений. Представителям власти пришлось срочно вмешаться в ситуацию. Как рассказали моим коллегам, после демонтажа старой электрической подстанции остались живописные руины, которые могут обрушиться в любой момент. Огромные кучи кирпичей и пыль мешают ходить по тротуарам в 2 метрах от развалин жилой дом. Как на месте выяснили репортеры республики, стены на самом деле демонтируют и к сегодняшнему дню почти полностью убрали. Правда, работы идут, мягко говоря, неторопливо. При этом местные жители уверяют, работавшая подстанция была куда опаснее, чем теперь. Какую-то стену валят, допустим, разрушают, они огораживают это все. Эту площадь, чтобы не пострадали пешеходы. В рамках осмотра было выявлено здание аварийное, которое действительно создавало угрозу, так как это здание было расположено на территории микрорайона, действующего кругом многоэтажные дома, поэтому было принято решение снести это здание. Когда груды обломков разберут, в микрорайоне появится место для новой детской площадки. Прилегающую территорию тоже благоустроят.